Коммунальные службы города готовятся к осенне-зимнему периоду. На инженерных сетях второго микрорайона проведены гидравлические испытания, устраняются дефекты. Все потребители на данный момент обеспечены горячей водой. 31 мая пройдет следующий этап испытаний. Объявление развешено, значит, начинаются гидравлические испытания магистральных сетей. Это от УТ-7, это станционная сеть, граница эксплуатационной ответственности, и, значит, до 6 микрорайона. Значит, ограничение будет полностью отключить 4, 5, 6 микрорайона. Будем гидравить основные сети магистральные. В Международный день защиты детей в городе состоятся масштабные спортивные и развлекательные мероприятия. Приглашаю всех гостей. Мир детства, мир радости. Театральная игровая программа для детей. Значит, с 11 до 13 на баскетбольной площадке 4 микрорайона. И также с 17 до 20 яркие краски детства на городской летней эстраде. Также 1 июня мы открываем марафон по баскетболу 3 на 3 «Оранжевый атом» в 13:00 на баскетбольной площадке 4 микрорайона. В школах Десногорска 30 мая последний учебный день, а с 1 июня для ребят начнут работать летние оздоровительные лагеря на базах 1, 2, 4 школ и Дома детского творчества.